Ирония была ему присуща, многих тогда еще в то время удивляла. Он его любил как человека, хотя иногда много и долго с ним спорил. Не тот Варфоломей, к которому мы сейчас привыкли. Она сейчас находится в Государственном русском музее. Творили вот, и создавали вот это искусство высочайшее, которое питает нас до сей поры.